Привет! Меня зовут Юля, и вы на канале «Все в мире связано». Сегодня очень хороший день. У нас выпало много снега, детки остались дома. Старшая доченька не пошла в школу. Мы с ней сходили в магазин, купили интересные вещички. У нее завтра выступление, и поэтому день прошел не зря. Что я хочу сказать? В этом видео мы с вами поговорим о моем процессе, вот что у меня сейчас на спицах. Также я отвечу на ваши вопросы в комментариях, которые вы мне пишете. И расскажу, как я делаю в реглане сверху вниз, вывязываю, точнее, регланные линии при условии, что у нас есть рисунок, чтобы он у нас не испортился и не нужно было в нем убавлять петли. Если вы все-таки решили начать вязать реглан сверху вниз, вам, на мое мнение, конечно же, захочется украсить его каким-нибудь узором. Это может быть ажурный узор, могут быть косы. То есть все, что вы захотите, сможете на нем вывязать. В данный момент я сейчас вяжу второй ряд с прибавками. Как вы знаете, регланные линии мы с вами вяжем прибавку в каждом втором ряду. И вот это второй мой ряд. Так, сейчас я довяжу до нашего переда, потому что именно на передней части у меня есть узор, который называется ромбы. Этот узор ажурный, очень красивый и никак другой подходит именно к этой кофточке. Я стараюсь уделять ей как можно больше времени, чтобы поскорее довязать, так как у меня будет очень много новых проектов. Уже все расписано, так что нужно побыстрее все закончить. Так, как вы знаете, вот наш начальный ряд я вяжу сейчас прибавочки в рукаве. Вот так. Сейчас я довязываю конец рукава и будем с вами делать прибавки в регланных линиях напереди. Так, вот смотрите, я провязываю предпоследнюю нашу петельку. Это у нас петля регланной линии, и вот здесь мы делаем прибавочку. Вот так провязываем последнюю петлю рукава, и у нас начинается перед. Вот смотрите, вот наш перед, у нас идет сразу рисунок. Я уже провязала два рапорта, вяжу третий. Сейчас вам покажу это все. Вот так это все смотрится. Вот так. И вот здесь. Я уверена, что когда я постираю эту кофточку, она распушится, не будет вот такая рыхленькая. Вот смотрите. Вот так. Кто не видел мое предыдущее видео, то перейдите вот здесь вверху по подсказке, и вы сможете увидеть, сколько я петель набирала, как рассчитывала этот реглан, и вам будет все понятно. Не буду я на этом останавливаться отдельно. Итак, мы подошли к тому, что вывязывать наши регланные линии переда. За счет вот таких вот накидов и убавок у нас получается ажурная дорожка. Очень красиво смотрится. Главное в ней не сбиться. Вот так. Кому интересно, зарисуйте вот этот узор. Я думаю, что он вам пригодится. Обязательно он очень выигрышно смотрится и украсит любое изделие. Вот так. Смотрите. И сейчас мы с вами провяжем.
Так. Я вяжу по рисунку. Вот смотрите, мы довязали, сделали с вами прибавочку. Вот здесь в рукаве. Вот смотрите. Вот это наша прибавочка. Вот здесь. Вот здесь наша прибавочка. И последняя линия регланная. Вот, лицевая петля. Так, и у нас начинается перед. Шестой ряд по узору. Мы вяжем с вами без регланных линий. Сразу узор вяжем. Так, делаем убавку с наклоном вправо. Провязываем. Накид и вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем 2 изнаночные. Извините, провязываем 1 изнаночную. Вот так. И вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых. Делаем убавку с наклоном вправо. Делаем накид. И провязываем следующую петлю реглана лицевой. Вот так. И после этой петли мы делаем прибавку. Вот так, смотрите. Все понятно. Так, дальше мы вяжем с вами лицевые петли до предпоследней петли до рисунка. Так. Сейчас провязываем. И также я вам расскажу, как я определяю, что мне уже хватит делать прибавки. Я делаю расчеты, так что если вам интересно, оставайтесь, дальше смотрим с вами. И если вы помните, отвечу на один вопрос, который мне задали сегодня. Чтобы не писать, не тратить время, то я в видео вам скажу ответ на вопрос. Я же говорю, мне вот ниточка сильно терла, а делали лейкопластырь, и совсем нет никакого дискомфорта. Только вот видите, она сильно красит, эта нитка, но после первой стирки лишняя краска уйдет, цвет совсем не поменяется, так как я образец стирала, он такой по цвету и остался. Так, вот мы довязываем. Так, вот наша линия реглана. И делаем прибавку. Вот так. И провязываем петельку реглана. Так, шестой ряд мы также вяжем. Так, делаем убавочку с наклоном вправо. Накид. Вяжем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем изнаночную. И вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, делаем убавку с наклоном вправо. Накид. И все, у нас перед закончен. Вот так. Сейчас я провяжу одну петельку рукава, так чтобы это наш маркер не спал. Так, и вот смотрите. Вот.
Вот смотрите. Вот моя регланная линия переда. Вот так. Делаю я прибавочки. Здесь чуть подтянется. Сам узор. Уже связано 2,5 почти раппорта. Вот, мне кажется, отлично смотрится. Вот так. Я вообще обожаю ажурные узоры. Они, ну, придают изделию какую-то элегантность. Не знаю, тут нужно немножко подтянуть что-то, пространство. Так, ну вот, в принципе, смотрите. То есть мне, у меня прибавочки идут вот от этого места, будет перед расширяться у меня. Так, и как я определяю, что хватит делать прибавочки? Вот смотрите. Вяжем регланные линии до того количества, когда наши петли спинки переда совместно совпадут с этим вот числом. У вас может быть число другое, 218 петель. Почему так? Ну, приблизительно 218, может быть 216, ну, там, в принципе, надо смотреть. То есть плюс-минус 1-2 петли. Так, мы измеряем объем груди. У меня 91 сантиметр. Потом 91 сантиметр мы умножаем на количество петель в одном сантиметре. Вот, я записывала в одном сантиметре. Это у меня 2,4 петли. Я измерила, у меня вышло 218,4 петли. Это 218 петель. Мы начинаем переснимать рукава на дополнительные спицы или нитку, тогда, когда у нас, мы посчитали, и у нас петли переда и спинки составляют 218 петель, объем груди. Когда это количество достигнуто, 218 петель, мы начинаем переснимать рукава и уже вязать само тело нашей кофточки, то есть одну спинку и перед, без прибавок и убавок, если это у вас такая задуманная модель. Здесь нет ничего сложного. Когда я начинала вязать этот именно реглан, вот я провязала, вот смотрите, провязала ажурный узор по горловине, потом последний ряд изнаночные петли, рассчитала реглан, я вам показывала как, вот я рассчитала реглан, и у меня вышло 43 петли. Раппорт узора составляет 20 петель, да, 20 петель. Вот смотрите, у меня 20 петель. Я сначала как вязала. Вот 43 петли у меня было. По 20 петель у меня ушло на узор. 40 петель на один узор. И между этим узором 3 петельки лицевых. Вот видите, у меня было 3 лицевых. И потом уже, когда я начала делать прибавки, у меня начало полотно расширяться. Вот так. Узор вы сохраняете. Он никуда не девается. Очень легко так вязать и интересно получается. Вот смотрите, эта ажурная дорожка придает очень такую интересную красоту. Вот так. Я не люблю вязать со схем совсем. Я вяжу с головы. Вот смотрите, я решила связать реглан сверху вниз. Открываю свою любимую книгу узоров. Я постоянно ней пользуюсь, не люблю срисовывать узоры. С компьютера, принтера у меня нет. И открываю книгу и смотрю. Ага, вот здесь я свяжу ажур, потом свяжу изнаночную. И пойдет у меня вот такой узор. То есть я там вот, не люблю я вязать со схем, с готовых там чужих работ. Могу взять идею, да, но все равно что-то мое будет внесено. Изменен может узор, да, расположение может быть тоже, но узор может быть другой. Вот так. Так что я люблю сама создавать, сама вязать. И вот мне нравится то, что у меня получается. Даже меня, наверное, не будет так радовать результат связанной кофточки с чужого
описание, да, как с моего. Потому что я это придумала, я придумала узор, придумала там рукав, который я хочу, да, придумала, например, там, какая ширина у меня будет, да, какой объем, сколько сантиметров резинки. Это придумала я. И я вам хочу пожелать, да, посоветовать. Вязание – это всегда творчество, самовыражение вас. Вот, вяжите то, что вам хочется, с того цвета, что вам хочется. Ту вещь, которую вы хотите, обязательно свяжите. Вам может она присниться, можете вы на ком-то что-то увидеть, у вас какая-то идея уже загорится в голове. Вяжите то, что вы хотите, что вам хочется, потому что вязание – это как-никак самовыражение. Вы показываете людям свою идею, и, конечно же, без вдохновения никуда не деться. Смотрите какие-то, не знаю, там журналы, да, мастер-классы. Также могут вам помочь. Сейчас очень многие снимают уже готовые связанные вещи, да, они показывают, что они связали за определенный месяц, там, за определенный период. Смотрите, вдохновляйтесь, и вам всегда будет, у вас всегда будет желание вязать. Я выбрала этот фиолетовый цвет не зря, так как он в этом году очень модный. И вот у меня что получилось, да? Вот цвет я выбрала, а потом уже сама додумала, чтобы мне такое связать. Шапочки с нуды сейчас не вяжу. Много кто на каналах это вяжет. Мне кажется, это самое элементарное. И вот решила вязать в данный момент только регланы, платья, кофты, кардиганы. Все, что хочу, то и вяжу, как бы так сказать. Вяжите, вяжите с удовольствием. И никогда, знаете, вот, конечно, это сейчас, наверное, будет болталка. Кто еще не отключился, может послушать. Кому это не интересно, то переходите на другое мое видео или на какое-то иное. Вот у меня сначала я, у меня только родилась первая девочка. Я безумно хотела, ну как безумно, да, хотела и что-нибудь связать. Вот села я, купила пряжу. Теперь я понимаю, что это не самая хорошая пряжа была. Акрил я купила, она такая была недорогая. Ну, связала я ей жилетку с пряжи, цвет которой был очень такой прям, ну, желтый и не очень красивый, не знаю. Ну, не нравится мне сейчас такой цвет, я бы его никогда не купила. Связала, я помню, у меня что-то там не получалось, я не хотела в этом разбираться. То есть, ну, совсем вот не получилось, как бы там до чего-то, ну, там, перевязала немножко. Ну, и все, связала ее. Она мне показалась какой-то, знаете, ну вот, тяжелой для меня работой. Потом пыталась вязать носки, тоже не ту пряжу я купила, они получились очень жесткие. Короче, разочаровалась я, вот, да не могу, и не вязала я 5 лет. Совсем у меня не было охоты вязать. Было желание заниматься творчеством, я делала канзаши, делала заколки, даже продавала, договаривалась с магазином. Они продавали мои изделия ручной работы. Но потом начала смотреть YouTube, и загорелось у меня такое вот реально сильное желание вязать. Вот хотела научиться вязать регланы, так как для меня вот эти полочки перед спинкой, это для меня был ужас, что их нужно сшивать. Вот вообще не хотела. А потом я узнала, что есть реглан снизу вверх. И начала я вязать. К чему я это веду? Вяжите то, что вам будет в удовольствие. Никогда не нужно себя принуждать к чему-то. Не нужно вязать сложных вещей. Не нужно что-то такое, какое-то описание сложно для себя выбирать. Вяжите то, что вы хотите. То, что вам кажется несложным. То, что вам принесет большое удовольствие. Вот если я не хочу вязать росток, то я его и не вяжу, потому что может у меня так случиться, что я могу перестать совсем вязать. И когда я первый год, когда начала вязать, это 3 года назад было, я боялась, что вот такое желание вязать у меня быстро пропадет. Но потом я открыла свой канал, начала снимать видео для вас. Пока что желание это осталось, и надеюсь, что никуда не уйдет. Так что вяжите легкие вещи, которые реально принесут вам удовольствие. Вот мой
реальный совет всем вязальщицам, которые вяжут. Никогда не заставляйте себя вязать то, что вы не хотите. Ну, и отвечу на вопросы. Так, немного развели беседу. Так. У меня сегодня спросили, сколько рапортов узора я связала в высоту до подмышек. Не поняла, за какую кофточку это спрашивали, но это одна из вот этих моделей, которые я вязала, снимала мастер-класс. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, я как раз ее постирала. Вот эту кофточку с джинс Ернард моя дочка уже носит, ну где-то год это точно. Вот смотрите, в принципе, она вот неплохая. Вот после стирки она грубовата, может от воды, я ничего сказать не могу. Итак, сейчас мы посчитаем, сколько рапортов в высоту. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рапортов в высоту. Именно эта кофточка, которая связана на возраст 7-8 лет. И рост, ну, у моей дочки сейчас 1,30 м, и она ее легко носит. Она не короткая, хорошая такая, как и была раньше. Так, теперь мы посчитаем кофточку, которая идет на возраст 4-5 лет, может даже для моей дочки ее хватит и на 6 лет, ну, смотря какие у кого дети, да, русленькие. Так, 1, 2, 3, 4, 5, здесь 5 рапортов в высоту, но она ей идет удлиненная, вот так. Не люблю коротких вещей, что они быстро изнашиваются, да, то есть ребенок одел, вырос и уже вещь маленькая, как сказать, вязали дольше, чем носили. Надеюсь, я девушке дала тот ответ, который она хотела услышать. Если нет, пишите снова в комментариях, я уже вам отвечу в письменном виде. Так, продолжается моя работа над этим регланом. Рукав изумрудной кофточки еще не довязан. Наверное, все-таки начну, уже пересниму его на спицы. Я вам показывала в предыдущем видео, перейдите по ссылочке, посмотрите. Связала я той рукав 3/4 и уже сегодня одела, посмотрела, ну, вот для меня идеальный рукав, все мне нравится, все подходит. Пока на этом видео у меня все. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как я делаю прибавки, чтобы не потерять вот этот узор. Мы также вяжем снизу вверх, так само вяжем. И также делаем убавочки вот с этой стороны и с этой. Нет ничего сложного, главное понять. Пишите ваши комментарии, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и помните, что все в мире связано. Пока-пока!